Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Лев Васильевич Лавров. Я преподаватель по классу баяна детской музыкальной школы имени Гендера, город Москва, Северный округ. И сегодня мы покажем наш в классе технический минимум, как разыгрываются мои ученики. На примере учащегося 5 класса, лауреата всероссийских и международных конкурсов Годунова Дмитрия. Дима, можешь поклониться или как там? Вот, поклонись. Спасибо. Садись. Так, ну мы начинаем на примере гаммы до мажор. Пожалуйста, Дим, сыграй 2 октавы. Стаккато, пожалуйста. А дальше мы используем разные варианты исполнения гамм. 2 ноты на левую, пожалуйста. Хорошо, сыграй, пожалуйста, 3 ноты на левую. Ну, так называемые 3 ноты на бас. Хорошо. Пожалуйста, 4 ноты на бас сыграй. Хорошо. Также на прошедшем техническом зачете Дмитрий играл гаммы терциями. Пожалуйста, сначала просто 2 октавы. Пожалуйста. Три ноты на бас. Ну, мы над этим работаем, над качеством взятия. Итак, в моем классе в техническом минимуме на баяне я использую упражнение для фортепиано Шарля Ганона. Вот 10 из них. Мы играем вообще все, но 10 из них сейчас Дмитрий циклом представит. Пожалуйста, как ты разыгрываешься, покажи. Спасибо. Дело в том, что я в своей практике адаптировал эти упражнения. Во-первых, в своей исполнительской практике я адаптировал упражнения именно под проблемы технического оснащения баяниста. В данном случае в каждом упражнении уже баянная аппликатурная редакция, которая позволяет улучшать технический навык игры на инструменте. Продолжай, Дима. Что вам наглядно и видно?
Еще мы используем различные виды арпеджио и аккордов при помощи готовой системы. И часто во многих произведениях, во многих вариациях встречаются такие технические элементы. Дим, поиграй в левый бас-аккорд, а в правый арпеджио по всем вариантам мажора, пожалуйста. Также мы используем таким же вариантом, отрабатываем минорные арпеджио и аккорды. Также в качестве технического элемента мы играем репетиции по всей клавиатуре. Это три вида репетиций. Первый – четвертым, пятым пальцем. Второй вид – третьим, четвертым пальцем. И вторым, третьим пальцем. Покажи, продемонстрируй, пожалуйста, Дима. Также с помощью баса и аккорда. И так далее по всей клавиатуре. Очень важно, на мой взгляд, исполнение гамм слабыми связками пальцев. Пожалуйста, вот эту троечку сыграй, гамму до мажор. Две ноты на бас, три ноты на бас. На выбранный, да. Пожалуйста. Да. В общем, мы показали основные технические элементы, которые я использую в обучении в классе баяна. Итак, Дмитрий хочет показать сегодня в качестве концертного этюда произведение Римского-Корсакова «Балет Шмеля». Он у нас в работе. Пожалуйста, сыграй. Thank you.
Спасибо, Дима. Но это сочинение идет и вообще исполняется исполнителем на любом инструменте на протяжении всей жизни. Но в данном случае на уровне 5 класса в 10 лет мы находимся на таком вот уровне исполнения. Что хотелось бы сказать, равнее мех види. И мы еще над этим произведением будем работать, потому что оно выучено только с сентября месяца и сдано на техническом зачете. Спасибо. С вами был Лев Лавров.